12-й медиа-курултай состоялся в Алматы. На конференции обсудили вопрос развития казахстанского рынка средств массовой информации. В этом году на встречу прибыли журналисты, эксперты, политологи и общественники со всех уголков страны. В частности, участники говорили о возможной борьбе с фейк-ньюс на законодательном уровне. Отдельно остановились на трендах в управлении медиабизнесом и видеоблогингом, который стремительно развивается и охватывает большую аудиторию в интернете. Стоимость интернета в Казахстане не очень дорогая. Если не ошибаюсь, наша страна по этому показателю входит в мировую тройку. Сегодня без малого каждый житель страны, имеющий смартфон, получает практически неограниченный доступ к всемирной паутине. Особой популярностью у казахстанцев пользуется YouTube. В этом легко убедиться, глядя на просмотры. Поэтому очень важно качественно развивать этот сегмент. Надеюсь услышать конкретные рекомендации и полезные советы от участников форума.